сообщением сотрудников МЧС сигнал о возгорании поступил в 18.05. Первоначальная площадь очага свыше 200 квадратных метров. На кровле воспламенился рубероид. Именно поэтому все окрестности этого участка Новосадовой окутаны черным дымом. За час площадь сгорения увеличилась до 500 метров. В соседнем КРЦ «Звезда» в это время готовились к концерту. Его пришлось отменить. Пламя было жуткое, и огонь перекидываться стал на соседнюю дачу, ресторан. А с охраны КРЦ нам удалось потушить этот огонь, благодаря чему остальной комплекс не сгорел. В сгоревшем помещении, по предварительным данным, шел ремонт. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. В любом городе было бы неприятно, не только в нашем, неважно. А самое главное, что после трагедии последней, самое главное, что люди не погибли. С огненной стихией боролись 22 единицы пожарной техники. Однако напор воды был недостаточным. По оценке экспертов, сложности создавал автотранспорт, припаркованный в местах расположения гидрантов. Его эвакуировали. Угрозы перекидывания на КРЦ «Звезда» нет, угроза была снята. Также мы сразу же подключились к водоисточникам, которые у нас пожарные, водоснабжение непосредственно в КРЦ «Звезда», чтобы с тыльной стороны здания также осуществить подачу воды. После завершения тушения пожара к изучению причин приступит специальная лаборатория МЧС.